Были скучными и прошли мимо людей, но открыли нам интересные моменты. Так о недавнем голосовании говорят политтехнологи. Например, именно муниципальный уровень в этом году дал самое большое количество конкурентных компаний в России. Тест системы накануне больших выборов 2021 года обсудили в Барнауле. В 2015 году тогда 5-процентный барьер в 2015 году не смогла преодолеть ни одна маленькая партия. В 2015 году квоту накануне 2016 года не смог получить никто. Вот вообще главную задачу, которую ставили перед собой операторы выборов в Москве, да, провести большинство «Единой России», ограничить рост КПРФ и ЛДПР и, возможно, выбить «Справедливую Россию», да, они смогли выполнить частично. Кстати, эксперты отметили, что для партии вход в политику становится все дороже. Напомним, досрочные выборы по разным оценкам обошлись краю в 30 миллионов рублей. Вот только ажиотажа на избирательных участках не было. В голосовании приняли участие 27 тысяч человек. Это всего 16% от общего числа избирателей. Политтехнологи заявляют, людям уже просто непонятно, кому и зачем нужно это голосование. Когда нет интриги и интереса, избиратели предпочитают выборам картошку и дачу. Момент для нашей оппозиции. А вы понимаете, что когда вы сами рассказываете, транслируете, чего-то бьетесь и отстаиваете про честные выборы, начинаете рассказывать про фальсификации, вы сами убиваете в людях желание идти на выборы. Вы боретесь с тенью и живете прошлым. При современных развитиях гаджетов, там, записи и всего остального, вот мы бы видели просто тьму роликов о нарушениях. Прошедшую кампанию уже назвали репетицией перед большими гонками 2021 года. Напомним, в следующем году будет обновляться весь депутатский состав ЗАГС Собрания. Партии смогут подвести итоги и провести работу над ошибками. Главная проблема 2021 года – это легитимность выборов. Признает ли общество результат или нет? Поэтому надеюсь, что у всех участников хватит здравого смысла. Так-то российская система в 2021 году вышла обновленной, свежей, интересной. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.